Багисаджасвадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасястихиде Сангвихи Там Шингамахам Бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Сандарджи кама катихи сакала жана самалладане чанда коутир, басалле матти коутир, тидаса бит пинам коутир оударжа саре. Гамбирджа амбади коутир мадури мони шудхакшир маддхик коутир, Гаура Деваха са джият пранай расападе дурсита асчарджапати. Гаурия Гоштипати Гаудия Гоштипати Сичила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если в моей жизни есть одна единственная цель, и если я хочу сделать что-то благое для вас, если я ищу, стремлюсь к абсолютному благу, Шрила Прабхупад сказал, что если у нас есть одна единственная цель в нашей жизни, это что-то сделать, принести вам некое вечное благо, то я не должен терять свое терпение. И в этом случае я не должен терять свое терпение, я должен иметь терпение, поскольку у меня нет корысти, а я хочу принести вам абсолютное благо. Может быть, вы будете себя вести неправильно со мной, может быть, не поймете меня правильно, но все же, если у меня нет никакой корысти, никаких личных мотивов, то я должен совершать мое служение, и это одно из видов великих служений, освободить обусловленных душ из оков майи – это самое великое служение. Все гаудии, Шрила Прабхупад говорит, что мы все гаудии. Мы должны быть готовы потратить литры и литры крови для спасения обычных людей в этом мире. Мы, гаудии, должны быть готовы потратить литры и литры крови для того, чтобы спасти обычных людей, но все же нет никакой гарантии, что они смогут спастись и стать успешными, но мы должны пытаться. И суть в том, только Гаудия Матх, вы можете найти, что только единственный Гаудия Матх, я однажды расскажу о славе Гаудия Матха, и только Гаудия Матх, он находится в этом мире, который принесет вам абсолютное благо. И вот предотвратить неправильное течение, неправильное положение дел в этом мире – это с виду неприятная обязанность Гаудия Матха. И вот чтобы исправить неправильное положение вещей в этом мире, это такая внешне неприятная обязанность Гаудия Матха. И та шлока, с которой я начал, она написана Прабхудананды Сарасвати. Махарадж еще раз повторяет ее. Эта шлока очень важна. Почему Гауранга Махапрабху, он лучший среди всех аватаров, что Сварупа Госвами хотел сказать нам? Один за одним я хочу дать вам примеры, чтобы вы могли понять практическое значение этой шлоки. Его сандарджа
красота, никто не может сравнить ее ни с чем, поскольку это сами Рада Говинда в одном лице, и поэтому их красоту невозможно сравнить ни с чем. Если вдруг взойдут десятки миллионов лун в день Пурнимы, в день полнолуния, но они не могут сравниться с Гаурангой Махапрабху. Гауранга Махапрабху, он никогда не хочет принести нам каких-то проблем, каких-то страданий. Если у нас есть десятки миллионов материй, но все же любовь Махапрабху к нам, она превосходит любовь десятков миллионов материй. Его чувства нельзя сравнивать ни с чем. Они несравненны. И один за одним я приведу примеры, и потом мы сделаем заключение из всей лекции о том, как войти на путь Рупануга, Рагануга, Баджана и стать успешным на этом пути. Вы можете вспомнить, когда преданные с различных частей Бенгала и прочих мест, они, когда они шли к Шри Чайтанье Махапрабху на время Четырмаси Враты, я уже сказал, говорил, какую самсару они делают, то есть как их жизнь, 4 месяца они живут вместе с Махапрабху, примерно 2 месяца они идут к Махапрабху и 2 месяца назад домой идут. Это уже 8 месяцев, а остальные 4 месяца в году они живут своей жизнью, как сказать, и плачут все время о Махапрабху. И если кто-то приходил из Нилачала, то они спрашивают, видели ли вы нашего Гаурангу, как вот в этой шлоке говорится. Даже кто-то киртан написал на эту тему, Махарадж его поет. Это очень старый киртан, очень прекрасный. И любые преданные, которые приходили с Пури, с Пурушотом, там, с Нилачала, если они встречали, они, вот жители Навадвипы, они спрашивали у них, видели ли вы нашего Гаурангу? Навадвипаваси, настоящие Навадвипаваси, они также в Раджаваси, у них есть чувство глубокой разлуки. Я уже много раз говорил, что путь ворота на путь Рагануга Баджана – это иметь такую сильную разлуку, такое чувство разлуки, нет другого пути. Вы можете запомнить много книг, но все же нет никакой гарантии, что вы можете войти на путь Рагануга Баджана, а то в тот день, когда вы будете плакать от разлуки с Господом, то это произойдет. Может, вы не будете помнить Уджала Ниламани наизусть, но это Уджала Ниламани, она может явиться в вашем сердце, как Горки Шурдас Бабаджи Махарадж, он не знал, не помнил наизусть Уджала Ниламани, но она сама явилась в его сердце. Но так или иначе, те спутники Паршады Махапрабху, они шли в Нилачала, чтобы жить с Махапрабху 4 месяца и чтобы видеть, чтобы они ради разлуки, из-за разлуки с Махапрабху они так много препятствий преодолевали на пути и с великим энтузиазмом шли в Нилачал. И вот когда они пришли туда, они жили
там в Пуре получали даршан Махапрабху, Махапрабху являл различные лилы, проводил санкиртан с ними, и они общались, поскольку без сатсанги, без общения даже ваш харинама не может дать вам должный результат. Кто-то не заботится, не дает должного внимания садусанге, просто повторяет харинам, но этого мало, они не могут стать успешными. Также садусанга в уме, она тоже одобрена, но для обусловленной души практическая садусанга, она важна. Почему мы не видим улучшения в нашем баджане? Обрести садусангу сейчас очень сложно. И так или иначе, Махапрабху всегда давал совет преданным. Какой совет? И перед Рарамананде Махапрабху говорил и в Баджадрахасе, Шрила Бхактивинода Тхакур, он тоже пишет. И Махапрабху перед Рарамананде говорил о рай. Нама Санкиртан – это лучшее спасение в Кали-югу. И это Махапрабху хотел практически показать нам без. И вот преданные, они совершали санкиртан каждый день, каждое все время, и с утра до трех часов Махапрабху, он совершал парикраму и совершал киртан вокруг Джаганнатх-мандира. С самого утра до трех часов дня сам Махапрабху, он с великим чувством экстаза совершал киртан. И Нитянанда, он хотел сказать Махапрабху, что «О Прабху, вот, преданные устали уже, им тяжело совершать санкиртан, пожалуйста, остановитесь, им нужно принять омовение, поесть». И Нитянанда Прабху очень осторожно, он так остановил Махапрабху. Иначе Махапрабху так 7-8 часов непрерывно он совершал киртан. На Бенгале это зовется Биракиртан. Когда преданные ходят вокруг Джагнат-мандира и совершают киртан. Много случаев таких случалось, из которых можно видеть чувство сердца Шримана Махапрабху. И те преданные, когда они приходили с Бенгала Махапрабху, он сам шел до Адхаранала, это за Нрисимха мандиром, там какое-то место было, Махапрабху ходил туда и встречал их. Махапрабху с гирляндами ходил и встречал их, поскольку Махапрабху, он относился к Адвайта Гасаю как к своему Гурудеву. И потом, когда они приходили к Джаганнатху, то Махапрабху говорил, что сначала идите, примите омовение в океане, поклонитесь чакре Джаганнатха и примите прасад. Сарвабхаума Бхаттачарья, он смотрел на них сверху, с какой-то крыши, и царь спросил их, почему Махапрабху сказал, что нужно им пойти принять омовение, потом принять прасад, а не пойти в Джагнат-мандир, побриться, получить даршан и потом все остальное. Есть одно из правил, когда ходите в даму, нужно побриться, в смысле волосы на голове сбрить и получить даршан Джаганнатха, и в этот день обычно еще постятся. И вот царь
у Кашимишри Сарвабхаума Бхаттачарья спросил, почему Махапрабху так сказал. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «О царь, смотри, Джаганнатх внутри храма, и этот Джаганнатх, он сам Джаганнатх, смотри». Понимаете, это тот же изначально Верховный Господь. В Ведах говорится, что если вы приходите в Даму, нужно побриться, попоститься, получить даршан Джаганнатха, принять омовение в океане. Но в шастрах это написано, а здесь сам Верховный Господь. И то, что он говорит, это более авторитетно. То, что говорится в шастрах, несомненно, авторитетно, но здесь сам Махапрабху говорит, что нужно им пойти принять омовение и потом принять просад. И вот таким образом преданные пошли, предложили свои поклоны Сударшане, Сударшан Чакре, на вершине храма Джаганнатха. И когда Махапрабху пришел в Нилачал, в это место Адхаланала, как-то так зовется, он оттуда увидел чакру храма Джаганнатха и увидел Гопала там и упал без чувств. И также такое же случилось с Рарамананой, когда Махапрабху, он говорил с Рарамананой на берегу Годавари, то там они обсуждали садья-татву, и вот, в общем, они обсуждали различные ступени преданного служения, и так, шаг за шагом, Махапрабху показал, какое бхакти, оно наивысшее. И Махапрабху спрашивал, а есть ли что-то лучше, чем это? И Рай Рамананда сказал, что нет никого в этом мире, кто мог бы спросить, что есть ли что-то более высшее. И Рай Рамананда сказал, что мы не можем представить, что может быть больше, чем это. Мы знаем, что Рада Према, Радхарани, она наивысшая. И Рай Махашой сказал, что да, есть нечто, некая Прамавиварта Радхарани. И после этого Рай Рамананда начал говорить о вот эти слова. И когда Рай Рамананда произнес эту шлоку, то Махапрабху сказал, что хватит. То, что отношение Рады Говинды, они наивысшие. И Рай Рамананда после этого, что я хочу сказать, я сейчас приведу примеры той шлоки, с которой я начал говорить. И вот Рай Рамананда, Махапрабху сказал, что мы вместе можем пойти в Нилачал и будем жить там вместе. И Рай Махашой сказал: «О Прабху, так много людей со мной идет. Лучше ты, если пойдешь один, я решу какие-то проблемы здесь и пойду туда же, поскольку со мной так много людей идет, и лучше, если они отдельно будут». Рамананда, он работал этим мэром Видьянагара, и много свиты у него было, и прочие челяди. И он сказал, что: «О, Прабху, лучше иди один, а я решу здесь свои проблемы и приду к тебе». И Махапрабху ушел, и Рай Махашой через какое-то время пришел.
И вот Рай Махашой, не зайдя в храм Джаганнатха, он сначала пришел к Махапрабху, принес ему свои поклоны. Махапрабху был очень доволен, обнял его и сказал: «Ты пришел очень хорошо». И Рай Рамананда сказал: «О, Прабху, ты настолько милостив, что я пошел к своему царю и сказал, что я хочу жить с Махапрабху, и я хочу оставить эту работу правителя». И царь очень обрадовался. Царь сказал: «Я могу платить тебе зарплату, ты иди и плати, иди и служи Махапрабху». То есть царь был предан, видимо, очень обрадовался, что такому предложению. Но Рай Махашой сказал, что царь был очень счастлив и сказал, что «я могу идти и служить тебе». И он сказал, что все равно будет платить мне зарплату, и чтоб я не беспокоился. И после этого Махапрабху сказал: «О, Рай, ты был там в Джагнат-мандире, поклонился ли там?» Но Рай Рамананда сказал: «Нет, что же ты сделал? Почему ты совершил оскорбление Джаганнатху? Почему ты не пошел в храм Джаганнатха сначала? Почему ты не поклонился ему, а потом не пришел ко мне?» Рай Махашой сказал: «О, Прабху, это тело подобно колеснице, а ты в качестве сверхдуши пребываешь в этом теле и ведешь меня куда нужно, и поэтому по твоей воле я пришел к тебе. Если я вижу тебя, то это несомненно значит, что я получил даршан Джаганнатха». И таким образом любовь, милость Махапрабху, ее тяжело даже представить, настолько Махапрабху великодушен. И однажды какие-то преданные пригласили Махапрабху на просад, и жена Сарвабхаума Бхаттачари готовила, и жена еще кто там, какая-то родственница готовили. Но был у них этот зять, муж какой-то сестры, он был очень завистлив, он все время смотрел, что Махапрабху делал, и Сарвабхаума Бхаттачари хотел выгнать его. Но однажды, когда Сарвабхаума Бхаттачари служил Махапрабху, то Адвайта Гасари, когда он был в Шантипуре, Адвайта Гасари, он наложил ему очень много просада, и Махапрабху сказал: «Как я же могу снять, как я могу съесть этот весь просад?» А Адвайта сказал, что в Джаганнатхапуре, я помню, ты много ел за раз, и поэтому ешь и не оправдывайся. И тогда этот их какой-то родственник, он был очень непоседливый был. И вот он увидел, что Махапрабху ест просад, и начал кричать: «О, сколько много ест, еще саньяси называется». И тогда Сарвабхаума Бхаттачари, он увидел, что этот его родственник там, и побежал с палкой за ним, чтобы побить его. А этот его родственник убежал, и он пришел к Махапрабху и начал плакать, что он пришел сюда только, чтобы оскорбить тебя. И, пожалуйста, прости меня. И Махапрабху сказал: «Чего ж ты плачешь? Он ребенок, он ничего не знает, и не надо думать о нем». Но когда Махапрабху, он принял просад Сарвабхаума Бхаттачари, и жена Сарвабхаума, они начали поститься. И Махапрабху, когда ушел, но когда Махапрабху узнал, что Сарвабхаума Бхаттачари и его жена постятся, и Махапрабху опять пришел к ним,
И тем временем этот зять их заболел холерой. И после этого Махапрабху узнал, когда об этом, что он вскоре умрет от холеры, то Махапрабху пришел, благословил его. И когда этот зять поправился, встал, точнее, Махапрабху благословил его и сказал, вот эти слова из читания Чайтамриты. И вот Махапрабху сказал, что обычное сердце брахмана, оно чисто. И мы должны также достичь этого уровня брахмана. Махапрабху говорит об этом и в писаниях тоже говорилось. И я много раз говорил, что мы должны достичь уровня чистого брахмана. И в писаниях говорится о главных качествах брахмана. То есть, как пример, Джавала Сатьякама и Гаутама Риши. Гаутама Риши сказал, что главное качество брахмана – это говорить истину. Это... И поэтому вы все должны достичь уровня брахманизма. Но далеко не все слушают это. Каждый, кто хочет совершать гаудибаджану, в начале всего мы должны достичь уровня брахманизма. Это не высшая цель, мы должны стать преданными, но сначала мы должны достичь уровня брахманизма. Но, и говоря правду, чистый брахман, он есть вайшнав, но все же 12 различных качеств брахманических, они должны присутствовать. Даже если у вас есть 12 качеств, которые должен иметь брахман, но все же, если у вас нету Кришна Бхакти, Вишна Бхакти, то Чандал, которые такие низкокастовые, которые занимаются этими, работают в крематориях, то если у них есть Кришна Бхакти, то он больше, чем такой брахман, у которого есть 12 брахманских качеств, но он лишен преданности Кришне. Швапачам говорится, что швапачи, те, кто готовят собачью плоть, но имеют Кришна Бхакти, они выше, чем такие брахманы. В Рамалиле, может, вы помните, Рамачанде, он как-то подружился с Гухак Чандалом, и этот Гухак Чандал, он был настолько удачлив, что Рамачандра, он был очень дружен с ним. И вот Гаутами Риши, что он хотел сказать, что если вы увидите, что чье-то сердце чисто, как пример, например, если вы, у вас будет шанс увидеть Шилы Бхакти Прамода Пури Гасай Махараджа, то он подобен ребенку. Может, у 5-летнего ребенка может быть какая-то запутанность в сердце, но у Шилы Пури Госвами Махараджа не может быть. Мы видели практически. Однажды Махарадж, последнее время перед его уходом, он захотел отправиться во Вриндаван, и преданные начали думать, что же делать. И вот я помогал Гурудеву собираться, и месяц я собирал книги и журналы для него, чтобы он с собой взял во Вриндаван. И тем временем Пури Махарадж спрашивал, как я могу поехать, как же я поеду во Вриндаван. А я говорил, а как вы поедете, вам уже столько лет, вы сможете самолетом поедете. А Пури Махарадж говорил, у меня денег нет, как я на самолете полечу. Самолеты дорогие.
я говорил о Махарадж, что вы думаете, как Кришна все организует вам? И вот первое главное качество брахмана, мы должны иметь эти качества, неважно, мужчины мы, неважно, в мужском теле или в женском, для нас первое главнейшее наставление это то, что главное качество брахмана это правдивость. А шудры, они всегда чем-то недовольны, все у них не так, а вайшнав, что значит вайшнав, вайшнав саду, значит он всегда доволен, он всегда счастлив. Почему? Поскольку единственное сокровище, что у них есть, это Кришна Према. На хинди во Вриндаване. Вот так говорят. Если мы будем довольны тем, что у нас есть бхакти, то все другое богатство, оно будет подобно мусору, оно станет бесполезным для нас. И вот Махапрабху хотел дать нам указание. То есть Махапрабху сказал о этом зяте Сарвабхаума Бхаттачарьи, что сердце брахмана, оно должно быть чисто, это естественно. А почему ты... А почему ты пригласил зависть в свое сердце? Это он сказал этому зятю Сарвабхаума. Это сердце, оно очень чисто. Зачем ты осквернил его? В то время как мы все должны очищать наше сердце. Я также говорил вот об этой шлоке. И вот Махапрабху, когда благословил его, то его характер, он улучшился. Это сын, это зятя Сарвабхаумы. И вот эти враджаваси с Навадвипы, когда они 4 месяца заканчивались, их пребывание в Пури, они собирались домой, они шли к Махапрабху, просили разрешения у него вернуться домой. Они все приходили. И Господь, он плакал и не мог ничего сказать. Они тоже плакали, что они уходят от Махапрабху. Они все приходили, просили разрешения уехать назад домой и плакали. И так они проливали слезы, и Махапрабху тоже плакал. Он не мог остановиться и не мог сказать ни единого слова.
И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «О Прабху, твоя любовь настолько сильна, настолько могущественна, что никто не может оставить ее. Обычно они не могут никуда идти, оставить тебя, и ты тоже плачешь, и ты не можешь уйти от них». И таким образом Господь плакал непрерывно. Даже был один мусульманин, вы можете помнить, когда Махапрабху собрался идти во Вриндаван, то Гададхар Пандит побежал за ним. И после этого Пичолда, такое место есть, то там один мусульманин на лодке был, чтобы помочь переправиться ему. И когда Махапрабху уходил, этот мусульманин упал без чувств. Он не мог ничего сказать. И все жены царя Пратапарудры, они хотели увидеть лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху. Они стояли на слоне и ждали его даршана. И когда Махапрабху в Пурушоттам Дхаме, Махапрабху, когда узнал, что его мать плачет день и ночь, то тогда Джагадананда Пандит пошел туда, в Навадвипу, и дал ей какой-то просад и сказал, что ты можешь поговорить с своей матерью и сказать, что мать плачет все время, а иногда я прихожу, а ты ей скажи, что я иногда прихожу и сам принимаю просад, но моя мать не может понять, когда. Когда Шачима, она предлагала подношение Вишну, то там было одно блюдо из цветков банана, моча называется, и она плакала, что ни монету, кто же это будет есть. И тем временем ты можешь сказать моей матери, что я обычно прихожу и принимаю просад, а моя мать, она думает, что это сон. Моя мать видит, что Нимай приходит и принимает просад, но она думает, что это сон или какое-то непонятное видение. И в любом месте то, что говорит Махапрабху в третьей шлоке, всю жизнь, всю лилу можно найти, что Махапрабху, он воплощает эту шлоку в практическую форму. Махапрабху везде, куда бы он ни шел, даже он, начиная с Гора Лилы, то когда пришел Дигвиджай Пандит, он явил лилу смирения, и Махапрабху всегда хотел выразить эту Тринадапи Суннич Бхаву. И поэтому Махапрабху, он везде был успешен, поскольку эту шлоку он везде применял, в проповеди или еще где-либо, везде. И кто-то в этом материальном мире может думать, что Тринадапи Суннич, значит, что мы бессильнее. Они думают, что если какой-то саду смиренный, то не стремится к славе, к почестям, как Мадхавинда Пурипад. И вот Мадхавинда Пурипад, он подумал, что с утра все узнают о его славе, поэтому он ушел с этого места. И те саду, которые не стремятся к уважению, почтению и почестям, но многие материальные люди думают, что они слабы, у них есть какая-то слабость.
И поэтому они избегают этого, но они не знают, что Тринадапи Суничана настолько могущественна. Это Тринадапи Суничана Бхавана настолько могущественна, что перед ней никто не может находиться. Но все думают, что Тринадапи, значит, они какие-то слабые. Но Тринадапи Бхава — это наивысшее чувство. Если у вас есть это чувство Тринадапи, то вы можете стать подобным огню. И Махапрабху везде хотел применять эту шлоку. И Шрила Прабхупада тоже говорил об этом. Я вернусь чуть позже к этому. И Махапрабху, когда был в Варанаси, то там перед Пракашанандой Сарасвати он явил свое смирение. Махапрабху никогда не ходил ни на какие бандары, пиры. И этот браман, он плакал и говорил, что: «О, Прабху, я знаю, вы не ходите ни на какие пиры, но этот пир вы должны принять, поскольку я пригласил всех браманов, поскольку этот браман знал, что все майвади, они критикуют Махапрабху». Don't go there. He is a black magic. He is knowing black magic. Don't go there. He is a Mahatogi. He is a cheater. Don't go there. Sit here and try to hear Vedanta. That Brahman crying and coming in front of Prabhu. Prabhu, I went there. И вот однажды один браман пошел к какому-то пандиту и сказал, что он говорит всякую ересь о тебе, но он даже не мог твое имя произнести. Он говорил читание, читание, читание. Он несколько раз повторил читание, но Кришна читание он не мог произнести. И Махапрабху ответил, что они оскорбители, они майявади. Они даже не могут произнести Кришна нам, и поэтому они не могут сказать Кришна читание, только читание говорят. И поэтому так. И потом в один день, когда этот браман пригласил Махапрабху, Махапрабху никуда не ходил, но все же этот браман попросил Господа, чтобы он пришел к нему на пир. Это мое желание. Махапрабху согласился, поскольку он хотел изменить сердце всех майвади, всех сразу, а так, чтобы все майвади в одном месте собрались, это сложно, и поэтому Махапрабху, он воспользовался этим шансом, и когда он пришел туда, что сделал? Он омыл свои ноги и сел в какое-то нечистое место и начал выражать какую-то силу. Он начал сиять, как несколько солнц одновременно. И вот от его тела исходило такое сияние, и Пракашананда, он заметил это. Он пришел, схватил за руку Махапрабху и спросил: «Почему ты сидишь на таком непочетном месте? Иди, садись с нами». А Махапрабху сказал, что: «Я из низкой сампрадаи, у меня нет права сидеть с вами, вы возвышенные души». И тогда они разговорились. И Пракашананда Сарасвати начал спрашивать Махапрабху. И Махапрабху один за одним приводил примеры. И Пракашананда сказал, что ты саньяси с нашей сампрадаи. И вот Пракашананда думал, что Махапрабху обычный саньяси из нашей сампрадаи, поскольку Махапрабху была экданда саньяси, саньяси с одной, это одним шестом. Но такая экданда саньяси, она может быть принята только Махапрабху. Если Махапрабху принял эту саньясу, то нет ничего плохого в этом. Но
эти майвади, они думают, что он от Кешава Бхарати получил саньясу, поэтому он с нашей сампрадай. И почему же ты не приходишь к нам слушать веданту, почему ты танцуешь и поешь все время? И Махапрабху, он начал отвечать и говорит, что мой Гурудев сказал, что я глупец, что я ничего не знаю, и поэтому... Мой Гурудев дал мне наставление, он сказал, что я глупец, у меня нет права изучать веданту. Ты лучше повторяй эти святые имена, и после этого я повторял эти святые имена и танцевал. Точнее, не танцевал, а говорил, что я не пою и танцую из-за моего собственного желания. Махапрабху уже говорил, что он получил мантру Гурудева и повторяет эту мантру, он становится сумасшедшим и поет и танцует уже не по своей воле, а по воле святого имени. Но смотрите, Махапрабху, он всегда является, смотрите, он не был агрессивным, он очень смиренно следовал этой шлоке Тринадапи, но в итоге он разрушил их сиддханту. Даже Статвавади в Южной Индии вместе Мадвачарья, он хотел, он утвердил какую-то правильную сиддханту, потом в их парампаре что-то там поменяли. Ну, как в нашей сампрадае тоже так много сахаджиев, которые называют себя гауди вайшнавами, носят тилки, канхималы, но их учение, оно полностью отлично от учения Махапрабху. И вот Махапрабху сказал, что Махапрабху не говорил, что они говорят неправильную сиддханту, а Махапрабху говорил так, что вы думаете, что вы видите меня как саньяси, поэтому не говорите настоящий сиддханта. Это везде было. И с Венкатой Батой, с Тирумал Батой, они из Шри Сампрадаи были. И когда Махапрабху обсуждал какую-то сиддханту с ними, то тогда Махапрабху спрашивал: «Я хочу узнать что-то от вас, почему у Лакшми не было возможности попасть в Расалилу». И тогда он сказал: «О, Прабху, почему ты говоришь так? Лакшми и Радхарани, они не отличны друг от друга». И Прабху сказал: «Я знаю, но какова причина?» И Махапрабху со смирением он отвечал на их вопросы, но в итоге он изменил их сиддханту. Даже Гурудев Гопал Бхатта Госвами, кто Прабхунананда Сарасвати Пад, он тоже совершал баджан в Ширангаме. И вот я опубликовал книгу про Бхутананда и Пракашананда. Они не единая личность, но многие майвади заявляют, что это одна и та же личность. И Прабхудананда Сарасвати Пад, он изменил свои мысли и смог войти на путь Рагануга Баджана. И до последней минуты своей жизни он жил в Камьяване. И Махапрабху день за днем так изменял сердца всех, с кем он встречался. И Махапрабху даже встретился с
И вот Махапрабху, когда шел в Гокул, там встретился он с каким-то мусульманином, Падхан Вайшнавом. Почему так? Поскольку Махапрабху изменил его сердце. И вот они начали обсуждать, и этот Падхан, значит, его сердце подобно камню, подобно ваджре, но Махапрабху смог изменить его сердце. И так Махапрабху везде, где он ходил, он и сердца тех, с кем он встречался, они менялись. И Махапрабху даровал им бхакти. Нет никакой другой аватары в шастрах, не описывается ни единой аватары, которая может дать бхакти просто своим даршанам. Махапрабху, он своим даршанам мог даровать бхакти. И вот смотрите. Махапрабху, он своим смирением, он менял сердца всех. И перед Санатана Госвами можно видеть, что любовь тысяч матерей нельзя сравнить с любовью Махапрабху. Когда Санатана Госвами, он слышал, что Махапрабху шел через Джараканд, и я тоже хочу идти этим путем. И после этого, когда Санатана Госвами, он захотел вернуться, идти той же дорогой, как шел Махапрабху, но в лесу там не было воды, и он чем-то там заразился, и в общем, какой-то это, как проказы, проказу подхватил. И вот Санатана Госвами дошел до Нилачал-дама, и когда он пришел туда, Санатана Госвами, он решил жить так незаметно, чтобы из-за своей проказы никого не задевать. И если он куда-то ходил, он в обход ходил, а не прямо, чтобы, не дай Бог, никого не задеть. И когда Махапрабху хотел обнять его, то он говорил, что не прикасайся ко мне, смотри, я прокаженный. Но Махапрабху однажды силой поймал его и обнял. И после этого Махапрабху, когда обнял его, Санатан начал плакать и сказал, что я совершил оскорбление, поэтому я пришел сюда, чтобы... То есть Махапрабху хотел обнять его, а Санатан, он хотел избежать этого, поскольку не хотел, чтобы его прокаженное тело касалось тела Махапрабху. И однажды Санатан решил, что оставит свое тело перед храмом Джаганатха во время Радха-ятры, что он бросится под колеса колесницы Джаганатха. Много так случаев случалось таких, что какие-то преданные решили покончить жизнь самоубийством, бросившись под колеса Радха-ятры. И вот Махапрабху пришел к Санатану и сказал, что если просто оставлением тела, если бы можно было бы достичь Кришны, то я оставил бы свое тело тысячи и тысячи раз. И Санатана Госвами спросил, что ты имеешь в виду? А Махапрабху
сказал, я знаю, что ты хотел. Зачем ты хочешь оставить тело, бросившись под колесницу Джаганатха? Ты уже предался мне. Ты уже предался мне. И что значит самопредание? Ты знаешь, Махапрабху сказал Санатане, о Санатан, теперь твое тело, мое тело. Ты уже предался мне. И почему ты хочешь совершить самоубийство теперь? И вот перед Харидас Такуром он говорил, о, Харидас, это мое тело, я хочу, чтобы ты сделал много служения, ты хочешь просто умереть. Смотрите, любая собственность. То есть, если мы как что-то кому-то даем на хранение, то этот человек, он должен это сохранить и не должен этим пользоваться. То есть, если мы какие-то деньги кому-то отдадим на хранение, то человеку, которому мы дали на хранение, ему не нужно тратить эти деньги, а просто сохранить и отдать. И после этого Махапрабху, он обнял Санатану, и вся его болезнь, она прошла. И такое сострадание, какое было у Махапрабху, оно практически невозможно. Вы помните случай с Васудев Випрой, когда он хотел встретиться с Махапрабху, но опоздал, а Махапрабху уже ушел. Уже 2 часа прошло, как он ушел, а Махапрабху ходил очень быстро, у него были длинные ноги. И когда этот Васудев Випра, он упал без чувств, то, не видя Дарш Господа, он начал начал плакать. И он тоже был прокаженный, и когда черви выпадали из его ран, он этих червей опять брал и назад помещал, чтобы они не померли с голода, а то они питались его плотью. И Махапрабху, он почувствовал это и пришел, и обнял его, и его проказа, она прошла сразу же. И еще вопрос в том, как Махапрабху мог так быстро проповедовать, поскольку Махапрабху, он хотел, он даровал силу тем преданным, которым он даровал свою милость. И Махапрабху говорил, что идите, совершайте Харинам Санкиртан и меняйте жизнь тысяч людей. И Махапрабху вкладывал силу в них, и они эту силу передавали дальше так по цепи. Проповедь совершалась, и такое сострадание, такое великодушие, оно практически невозможно. И сейчас я хочу рассказать о одной лиле и вернуться к тому, как для нас возможно войти на путь Рагануга Бхаджана совершенным образом, без каких-либо ошибок. И вот Нама Санкиртан – это спасение для этой Кали-юги. И Махапрабху также говорит, что Нава Витха Бхакти – это все. Нава Витха Бхакти, девятисложная бхакти, оно наивысшее, и среди этого девятисложного бхакти Махапрабху выделяет, что Харинам Санкиртан, Нама Санкиртан, он наивысший. И среди Нава Витха Бхакти, среди девятисложного бхакти, Нама Санкиртан, он наивысший. И сейчас я хочу вспомнить о том, что в шастра говорится, если вы заняты с какими-то материальными вещами, если у вас есть влечение, привязанность к каким-то материальным вещам, то у вас нет шанса. В Гите говорится, что вы должны избавиться от всех привязанностей, от привлечения материи, поскольку вы не можете совершать Рагануга Бхаджан, если вы привлечены чем-то материальным.
И поэтому в Бхагавад-гите дается такой совет, как можно оставить вкус к материальным вещам. Это естественно, у нас есть привязанность, какая-то привязанность и отвращение. Что-то мы хотим видеть, что-то мы не хотим, мы чувствуем отвращение к каким-то вещам. С кем-то у нас дружеские отношения, с кем-то вражеские. И вот так привлечение чем-то и отвращение от чего-то, это естественное в этом мире. Нужно избавиться от этих чувств. Но до тех пор, пока вы не обретете высшую, великолепную расу, то если я буду говорить вам 10 раз, вы все равно не оставите эти вещи. Но если я смогу дать вам вкус о прогретой расе, то вы, имея это высший вкус, вы автоматически откажетесь от других низших чувств, от низших вкусов. Как, например, Махапрабху, он в Санатане рассказывал о Кришне, что Кришна, он океан великолепия, он океан красоты, океан превосходства. Я хочу дать тебе вкус этого великолепного Кришны. Бхакти Расамрита Синдху. Почему? Итак, капли за капли бхакти, оно придет и станет великим океаном. Кришна — это бесконечный океан. И суть в том, что если я дам вам какой-то совет, но вы не факт, что сможете следовать этому, но если у вас будет вкус к чему-то, то из-за этого высшего вкуса вы оставите низшие вкусы. Например, пример такой материальный. Если вы работаете за 20 тысяч рупий, то потом вам предложат работу за 60 тысяч рупий, еще и машину в придачу, еще и квартиру, то работу за 20 тысяч рупий вы автоматически оставите. И также, чем выше вы продвигаетесь в расататве, то больше великолепия вы чувствуете, и мы должны избавиться от материальных чувств, от материальных рас. И Махапрабху, он дает нам такое наставление, что если у нас есть какая-то привязанность, какое-то привлечение к чему-то в этом материальном мире, то мы не сможем войти на путь Рагануга Бхаджана, поскольку Махапрабху все время он хочет показать нам Рагануга Бхаджана в начале Нама Санкиртан. Без меня кто может даровать Кришна прему? Только с вами Руп Бхагаван, сам изначальный Верховный Господь, он может даровать прему бхакти. Без меня никто, ни Раман или Симха, ни Вараха, ни какая-либо другая аватарана не может даровать прему, кроме изначального Господа Кришны и Кришна Чайтанья Махапрабху. И когда Кришна Бхагаван дает нам какие-то наставления, мы не всегда готовы принять его советы, поскольку внешне можно видеть, что Кришна дает нам какой-то совет, а сам все наоборот делает. То есть можно видеть, что Кришна дает какой-то совет, но сам не следует этому. Кришна, может, следует, но не видно это с первого взгляда. Понимаете? Вот Кришна, например, говорит такие слова, а сам танцует с миллионами гопи, а сам дает нам совет, что мы не должны поддаваться вожделению. И поэтому говорится, Rope.
Анишвара, значит, те, кто не могут контролировать свои органы чувств. Анишвара, значит, те, у кого более тонкое значение, те, у кого нет настоящего бхакти. Хотя вы можете быть йогом, контролировать свои органы чувств, но этого мало. Еще бхакти должно быть, поскольку обычное значение, что если вы не можете контролировать свои органы чувств, тогда анишвара. Но это не совсем точное значение, а если вы не обретете настоящее бхакти, которое даст вам настоящее удовлетворение, и тогда в вашем сердце, когда будет только Кришна и ни капли вожделения, и это значение более правильно. Мы не должны пытаться имитировать Кришну. Даже в уме у нас нет права имитировать Кришну, поскольку если вы будете действовать, имитировать Кришну, то вы обречены на смерть, поскольку Шанкар Бхагаван, он может принять яд, но мы не можем этого сделать, мы сразу помрем. Шукадев Госвами дает такой совет. Он отвечает: и говорится, что подобно тому, как в огонь мы можем кинуть любые предметы, и огонь сожжет их. Понимаете? Подобно тому, как огонь может сжечь, буквально съесть все предметы, а мы не можем этого. Так и те джьян, те могущественные личности, они или какие-то вайшнавы, они могут что-то переварить, как Вайшиштха Муни то сделал, другой Муни пятое, третье, десятое. Но они, эти Муни, они великие вайшнавы, они могут эту ситуацию всю переварить и избежать последствий, скажем так. А если мы это сделаем, то это может стать причиной нашего падения. И вот сейчас так говорится, что они могут делать это, чтобы быть примером на нашем пути, чтобы мы не делали этого, то есть показывая, что не нужно делать, как, например, Шанкар Бхагаван, он Камджай, Маритхун Джой, то есть тот, кто победил вожделение и саму смерть. Но все же Шанкар, когда он увидел Махини Аватару, то в то время Бхагавану не хотел показывать эту Махини Аватару, но Шанкар, он очень хотел видеть ее, и после того, как он увидел Махини Аватару, что случилось с Шанкаром, смотрите, он сам Шанкар, победивший вожделение и смерть, но все же он привлекся этой Махини, это пример для нас. Сам Шанкар Бхагаван, но все же он почувствовал вожделение. И таким образом Шанкар Бхагаван, он стал примером для нас, то есть то, что не нужно делать. И вот Шукадев Госвами говорит, что
Если мы будем имитировать кого-то, то мы, несомненно, умрем, мы не сможем жить. И таким образом, та шлока, о которой я говорил вчера, Ачиренна дхира. Те, кто дхиры. Ачирен дхир значит, кто такой дхир? Дхира. В читании Чайтамрити говорится, что Кришна Бхакта, он, у него нет вожделения. И поэтому они удовлетворены, самодостаточны. Если у нас есть кама, вожделение в сердце, то мы не сможем быть самодостаточными и удовлетворенными. Дир значит, что у нас нет ни капли вожделения, что наше сердце полностью самодостаточно. И Шри Чайтанья Махапрабху говорил, если это... Если это и в читании Чайтамрити говорится, что когда Махапрабху, он мог, точнее, когда, если какие-то посторонние люди были во время лилы Махапрабху, то Махапрабху, он сдерживал себя, а когда были только близкие его спутники, он свои чувства не сдерживал. И если... Если бы, то есть Махапрабху, почему он сдерживал свои чувства? И вот Махапрабху пришел в этот мир, чтобы дать нам представление о Рагануга Бхаджане, но чтобы войти на путь Рагануга Бхаджана, путь, ключ к этому – это Харинам Санкиртан. И через этот Харинам Санкиртан, мы, когда мы сможем совершать его совершенным образом, воспевать чистое святое имя, когда это чистое святое имя явится на нашем языке, то тогда все произойдет. И когда, вот, когда мы если наш Джива Госвами потом говорит, что если наше сердце, оно не совершенно, если мы хотим повторять чистое святое имя Шри Кришны, то мы должны очистить наше сердце, иначе мы не сможем воспевать чистое святое имя. Когда мы сможем совершать чистое святое имя, то тогда нама рупа, рупа значит форма, образ Господа, гуна, его качества, они все явятся. И таким образом Махапрабху хотел дать нам наставление, что вначале мы должны совершать нам санкиртан. Если наше сердце чисто, то тогда мы сможем обрести силу.
И одно очень важное, до тех пор, пока у нас есть возможность служить Рупануга Гуруварге, то до тех пор Рупануга Бхакти, мы, а точнее, пока мы не сможем служить Рупанугам, то Рупануга Бхакти мы не сможем обрести. Бхактивинода Тхакур говорит, что это подобно заразной болезни. Если у нас... И вот это подобно заразной болезни. Бхактивинода Тхакур говорит подобно двум облакам, когда они соприкасаются, и эти облака, они обычно, когда они заряжены разными потенциалами, то мы видим молнию и гром. И Бхактивинода Тхакур приводит такой пример, что два облака, когда они соприкасаются, их, они меняются зарядами, и происходит молния и гром. И Бхактивинода Тхакур приводит такой пример, что когда мы, если мы хотим войти на в путь Рупануга Бхаджана, мы должны служить чистому вайшнаву, который уже находится на пути Рагануга Бхаджана. Служить значит служить всем сердцем. Некоторые думают, что служить это только физически что-то делать, готовить, там, стирать, убирать. Вот, например, Шрила Прабхупада, что он делал для Гуру Кишорадас Бабаджи Махараджа? Какую севу он делал? Он делал Вани Севу, он исполнил желание его сердца. Гуру Кишорадас Баба был очень доволен им, поскольку мой Прабху Бимала Прасад, он служит Шри Чайтанья Махапрабху. И так Гурдев занял его в служении Шри Кришна Чайтанья. Что делает Гурдев? Гурдев хочет занять нас в служении Шри Чайтанья Махапрабху полностью, понимаете? И таким образом, если вы сможете следовать полной лиле Шри Чайтанья Махапрабху, то тогда вы увидите, что хотел сказать нам Верховный Господь. И вы, следуя этому пути, вы сможете войти на путь Рагануга Бхаджана. Но это не такой простой случай. Можно видеть, что кто-то падает, падает с такого духовного пути, но те, кто по-настоящему получает вкус к духовной жизни, то они уже не могут пасть. Шрила Прабхупада говорит, что если вы получите вкус Рагануга Бхаджана, то всю жизнь вы не сможете оставить его. Я не говорю о совершенном совершении Рагануга Бхаджана, просто если вы получите какой-то вкус Рагануга Бхаджана, то даже он не позволит вам пасть. Даже какой, просто вкус Рагануга Бхаджана. Шрила Прабхупада говорит на Бенгале вот эти слова, что те, кто хотя бы получить некое представление, некое видение Рагануга Бхаджана, то они уже никогда не падут с духовного пути, это невозможно. И будьте внимательны, осторожны. И так много сокровенных вещей о Шри Чайтанья Махапрабху, о его характере, о его наставлениях, если вы сможете следовать полностью Шри Чайтанья Махапрабху под руководством нашей Рупануга Гуруварги, то тогда вы сможете достичь его, несомненно. Все действия Шри Чайтанья Махапрабху
их не так просто понять. Как вы можете помнить, когда Брахмананда Бхарати он пришел, и кто-то сказал, что Брахмананда Бхарати пришел в Нилачал, то Махапрабху захотел встретиться с ним. И они сказали, что мы можем его привести к вам, но Махапрабху сказал, нет, он старший, он моя гурвага, я должен пойти к нему. И вот когда тот преданный спросил, могу ли я привести его к вам, то Махапрабху сказал, нет, я должен идти к нему. И вот он пошел к нему, и когда он пришел к Брахмананда Бхарати, Махапрабху спросил, где Брахмананда. Махапрабху видел, что он Брахмананда, но спросил, где же Брахмананда Бхарати. Да вот тут стоит. Нет, он не Брахмананда Бхарати. Брахмананда Бхарати, почему он одел тигриную шкуру, он не Брахмананда Бхарати. Махапрабху знал, что он Брахмананда Бхарати, но говорил, что... Но видишь, что он в тигриной шкуре, он сказал, что как Брахмананда Бхарати может ходить в тигриной шкуре. И Брахмананда Бхарати понял, что Махапрабху не хочет видеть меня в тигриной шкуре. Он, то есть Брахмананда Бхарати был такой отреченный, что он не прикасался даже к одежде, а просто ходил в такой тигриной шкуре. Но когда он увидел, что Махапрабху не доволен таким его отречением, он переоделся, и тогда Махапрабху его принял. Махапрабху никому не причинял никакой боли, но он менял сердца этих людей. И везде и всегда Махапрабху он менял сердца преданных, поскольку его главный инструмент это Тринадапи Суничина. Вы не думаете, что Тринадапи Суничина это нечто такое плохое. Через этот Тринадапи Суничина можно завоевать весь мир. Хайдастаку из-за своего смирения Тринадапи он смог победить этого Лакахиру. Он спросил ее, что прости, сегодня не смог закончить харинам. Я исполню твое желание завтра. Жди. Он не возмущался, почему ты сюда пришла, проблемы мне одни приносить. Нет, он просто сказал, что подожди, подожди, еще раз подожди. Санатан, Рупа, Махапрабху, все спутники Верховного Господа, они, у них есть качество Тринадапи, и Тринадапи – это очень могущественное качество. Без него мы не можем проповедовать, никто не может проповедовать, не имея этого чувства Тринадапи. Я могу в следующие дни говорить об этом. Я покажу качество Гаудия проповедника, то, что хотел сказать Шрила Прабхупад нам. И вот на сегодня конец. Ом Ананда Лилавая Вибрахайо, Хемамуди Бхачча Сундарайо. Okay? So this way, if you have any question, you can. Tasmim Ahakrimu Sundaraya, Shikundu Chandaya. Maharashi. Would you like to go? Maharashi. Ananda Lilavaya Vibrahayo? You understand? Understand, no? Ananda Lilavaya Vibrahayo. Hemavati Phimu Yundaraya, Shikundu Chandaraya, Shikundu Chandaraya, Tasmim Ahakrimu Sundaraya, Chaitanya Chandaya Ramon Maharaj. And what question? Yes, Maharaj, those that preach without Trinadapi Suvishena, what they are doing? What? Those that preach without. No, this is not preaching. No, actually, why is that? What Prabhupada wanted to see? Шрила Прабхупад хотел сказать нам, что до тех пор, пока мы не утвердились на пути, на уровне Тринадапи, мы не имеем права проповедовать.
Тринадапи – это очень важное качество. Без него мы не можем проповедовать. Это один из самых могущественных инструментов. Мы можем говорить о ком-то, что у них есть чувство, качество Тринадапи. Но кто может сказать об этом? Шрила Прабхупад может сказать. Шрила Прабхупад может сказать, что кто-то есть у кого есть качество Тринадапи. Но если какая-то одна обусловленная душа хочет сказать что-то о другой обусловленной душе, то что толку от этого? Я начал с со слов Шрилы Прабхупады, что если у меня есть одна цель, одно желание сделать какое-то великолепное служение для всех вас, что это значит? Что значит это великолепное служение? Это принести вечное благо для вас, то я не должен терять терпение. И когда, смотрите, вот Бхактивиданта Свами Махарадж отправился в Америку, он увидел, что все люди занимаются всякой ерундой. Но все же Шрила Свами Махарадж, он не терял терпения, поскольку Свами Махарадж был уверен, что через харинам они могут изменить свою жизнь. Даже Свами Махарадж провозгласил, что я даже... то есть это другом, один из проповедников сказал, что я даже могу готовить невегетарианские вещи и раздавать вино вам, но при условии, что вы будете повторять харинам. Но это возможно для него, но не для нас. Почему Свами Махарадж был уверен в том, поскольку если они будут повторять святые имена, то их сердце изменится, есть у нас такая вера. Но сейчас происходит так, что люди сами не верят в силу харинама, но проповедуют это. Какое благо они могут получить от этого? Если у нас есть бхакти, если у нас нет желания, то... А если у нас есть бхакти, то куда бы мы ни шли, если у нас нет посторонних желаний, нет... Желание, нет желания почести, славы и уважения, то куда бы мы ни шли, то мы так сможем влиять и менять сердца людей. То есть если мы делаем все ради Верховного Господа и Гурудева, это есть Тринадапи. Кто-то просто внешне выражает какое-то смирение на показ, но показывать смирение на показ и по-настоящему быть смиренными – это разные вещи, это признак. Шрила Прабхупада дал нам такую математическую формулу. Без Шрилы Прабхупады никто не может изменить эту неправильную ситуацию в этом мире. Почему люди не хотят слушать о Шриле Прабхупаде? Поскольку если они услышат что-то о Шриле Прабхупаде, то люди, они боятся этого, поскольку Шрила Прабхупад говорит он такую неприкрытую истину. И можно видеть, что... что сейчас люди только могут говорить «Джай Прабхупад», но его учения не обсуждают и не следуют его сиданте, его словам. Actually, none of them. It's very dangerous. They can
И многие люди могут говорить на словах, что они следуют Шриле Прабхупаде, совершают Рагануга Баджан, но это не так. Если вы не сможете следовать читанию Махапрабху, то как вы сможете совершать Рагануга Баджан?